Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и вы на канале агентства недвижимости «Дом в Мерсине». Сегодня мы в шикарном проекте района Арпач-Бахшиш. Все вы знаете, что Арпач-Бахшиш – это экологически чистый пляжный район, находящийся совсем недалеко от городского округа Эрдемль, буквально 4 километра на маршрутке, либо на машине, и вы уже практически в городе. Комплекс действительно достоин внимания, потому что находится практически на первой линии моря, всего 100 метров от этого комплекса до шикарных пляжей и набережной протяженностью 15 километров. Комплекс премиум-класса с полной инфраструктурой пятизвездочного отеля. Сейчас мы находимся в квартире шоу-рум. Сегодня мы с вами будем смотреть квартиру 2 плюс 1. Но сначала хочу рассказать вам отдельно про инфраструктуру. Мы делали вам отдельный ролик, ссылочку мы оставим в описании, и там вы можете посмотреть все, что будет на территории и под этого комплекса. На открытой территории комплекса у нас 10 беседок, где вы можете отдыхать, кафе, детская площадка и спортивная площадка для взрослых и детей. Вокруг комплекса у нас освещение, территория огорожена, имеется шикарная зона барбекю, она действительно огромная, всем хватит места. В закрытой части инфраструктуры у нас будет находиться огромная автостоянка, парковочные места в общем пользовании. В зоне спа у нас будет бассейн с подогревом, джакузи, также отдельные места для женщин и мужчин, сауны, хамамы, паровые, солевые комнаты. И новшество в нашем Мерсине – это дождевая комната. Действительно, ее стоит посмотреть. Еще раз скажу, что по ссылочке перейдете и посмотрите подробный ролик о инфраструктуре данного комплекса. А сегодня мы с вами посмотрим квартиру шоу-рум. Здесь уже практически все сделано, остались только аксессуары. Так как будет выглядеть квартира уже от застройщика. Здесь, конечно, квартира шоу-рум, здесь есть мебель и техника. Вы можете приобрести квартиру в таком же виде за отдельную плату. Но я вам расскажу то, что будет от застройщика, и то, что вы можете сделать дополнительно. Комплекс состоит из 16 этажей. Три типа квартир, 1 плюс 1 и 2 плюс 1. 2 плюс 1 будут также разного метража. Вот сегодня мы с вами смотрим квартиру, распашонку, которая будет смотреть на юг и на север. Также у нас еще есть другой тип, который будет смотреть на три стороны света. Это боковые квартиры 2 плюс 1. Площадь квартир начинается от 85 квадратных метров. Это общая площадь квартиры 1 плюс 1. Жилая площадь такой квартиры составит 65 квадратных метров. Сегодня мы смотрим квартиру 2 плюс 1 общей площадью 145 квадратных метров. Жилая площадь 120 квадратов. Ну, давайте теперь смотреть. Начнем с балкона. Сразу скажу, что он практически как отдельная комната, потому что площадь его составляет 12 квадратных метров. Здесь он у нас застеклен. От застройщика будет предложена только стеклянная перегородка. Вот мы ее видим. Мы на первом этаже, и здесь открывается шикарнейший вид и на море, и на территорию комплекса. Здесь у нас по дизайну шторы, и вы можете приобрести их также. Кто не любит, может поставить жалюзи, но вообще, в принципе, здесь отличный вид, поэтому шторы, я думаю, не всем понадобятся. Сейчас мы переходим в салон. Здесь у нас кухня-гостиная американского типа, то есть она соединена с кухней. Большая площадь, высокие потолки. Смотрите, очень хорошая отделка. Действительно, вот в таких комплексах премиум-класса всегда огромная площадь и качество отделки действительно на уровне европейского стандарта. От застройщика будет представлен кухонный гарнитур. Вот мы можем увидеть кухонную зону. Здесь у нас будет тройка.
Здесь электрическая панель, духовка и вытяжка. Это у нас новшество в Мерсине. Всегда обычно застройщики премиум-класса предлагали газовые плиты. Здесь у нас она будет электрическая. Тоже очень приятный бонус. Также будет точная подсветка, LED-подсветка. На полу в зоне коридора и гостиной высококачественный керамогранит. В шоуруме мы видим панели, их от застройщика не будет, но вы можете заказать в таком же виде дополнительно, потому что действительно очень красивый дизайнер продумал. Мягкие, теплые пастельные тона, причем здесь у нас есть элементы зеркала. Хочу отдельное внимание обратить на качество отделки. Здесь застройщик использует только настоящие материалы, в том числе столешница, выполнена из настоящего мрамора. Шикарно смотрится в сочетании с серым гарнитуром. Все в современном стиле, по последним технологиям. Много мест для посуды, для хранения, полочки. Здесь вот, кстати, будет установлена у нас пожарная сигнализация. Посудомоечная машинка будет скрыта. И сделана крышка из такого же материала, как и кухонный гарнитур, чтобы все очень гармонично сочеталось. Здесь у нас вот в шоуруме представлены барные стульчики. Если захотите, вы можете приобрести такие же. Здесь у нас большое место. Вот установлен холодильник фирмы Siemens. Вообще в шоурумах застройщик предложил эту фирму. И от застройщика будет тройка именно этой фирмы. Фирма Siemens, довольно-таки известная. Проходим в зону коридора. Площадь здесь 13 квадратных метров, высокие потолки, также шкафы в пол. Здесь очень много места для одежды и обуви. Действительно, для большой семьи отлично подойдет. Вот с правой стороны также сделаны панели, которые вы сможете заказать дополнительно, если вам понравился такой дизайн. В квартире у нас два балкона, три санузла и отдельная гардеробная. Вот в коридоре также еще присутствуют отдельные шкафы, и вы сюда можете сложить вещи. С правой стороны у нас гостевой санузел, выполнен он в бежевой плитке, хорошая мраморная столешница, все в едином стиле выполнено. Проходим в зоны спален. У нас здесь это отдельная зона. С правой стороны детская комната. Здесь застройщик предложил вот в таком варианте шкафы, потому что рассчитано на двое детей, то есть два отдельных спальных места, два отдельных шкафчика, высокий потолок, опять же, здесь застройщик не использовал сложные потолки, поэтому пространство намного больше и потолки намного выше. Отдельно хочу сказать про кондиционеры. Здесь есть отдельное место для моторов кондиционеров, совершенно отдельно от квартиры. Это тоже огромный плюс, потому что мы любим сидеть на балконах. Конечно, моторы создают не очень красивый вид. Сейчас мы проходим душевую комнату детскую. Здесь у нас большие шкафы, раковина и довольно-таки большая просторная кабинка. Вот сюда может влезть довольно-таки крупный человек. И вот это решение мне тоже очень понравилось. То есть стеклянная дверка, которая открывается внутрь, не мешает, пространство не убивает. На полу в детской комнате у нас высококачественный ламинат. Здесь у нас уже все розетки, подводки под батареи, выведена телевизионная антенна, все уже присутствует. И из детской комнаты мы выходим на большой балкон, площадь его 10 квадратных метров. Здесь у нас большие встроенные шкафы в пол и места для техники. Здесь у нас будет установлен проточный водонагреватель на всю квартиру. Это у нас от застройщика будет входить в стоимость квартиры. Также вторая часть шкафа у нас предназначена для стиральной и сушильной машинки. И также вы можете еще поставить какие-то хозяйственные принадлежности. Балкон технически у нас будет полностью застеклен. Также выведен кран для воды, вид на горы, на район Арпач-Бахшиш. И посмотрим самое любимое мое помещение, это родительская спальня. Здесь она действительно достойна внимания, так как есть
отдельная гардеробная, отдельный санузел, большая площадь, высокий потолок. Ну вообще все, о чем может только мечтать женщина. Начну с гардеробной. Площадь ее 8 квадратных метров. Здесь у нас с двух сторон шкафы, отдельно для мужчин и женщин. В зоне гардеробной у нас ламинат, так же как и в самой спальне. Сложный потолок с LED-подсветкой. В шкафах LED-подсветки не предусмотрено от застройщика, но дополнительно вы можете заказать. Будет открытый шкаф, вот эти вот раздвижные двери стеклянные также. Это для шоурума было сделано. Если вам понравится такая система, вы можете отдельно заказать. Хочу показать вам французский балкон. Посмотрите, мне кажется, в России это был бы обычный балкон, а здесь он называется французский. Здесь спокойно войдет сушилка, либо вы здесь можете как-то его красиво обыграть, поставить большие корзины там с цветами и так далее. Поэтому это тоже у нас дополнительно имеется. Еще хочу обратить внимание на высоту дверей. Действительно, здесь очень высокие двери и подойдут для человека с высоким ростом. И вообще, даже и маленький человек себя прекрасно чувствует. Здесь у нас родительский санузел, большая столешница, причем она протягивается на весь санузел, огромные шкафы, множество мест, сюда вы можете действительно сложить все полотенца, халаты, свои какие-то принадлежности. Есть в санузле еще отдельная декоративная полочка с подсветкой, куда вы можете поставить аксессуары, и душевая кабина, тоже достаточно просторная, с такой же дверью, как и в другом санузле. Еще плюс есть вот здесь, как в хамаме, такое место, где вы можете сесть и спокойно принимать душ. Здесь уже установлен тропический душ, есть вот отдельно такой. Также здесь уже установлено освещение и вентиляционная система. То есть здесь максимально все продумано для комфорта семьи, которая здесь будет проживать. Друзья, действительно, это очень красивые квартиры. Ну, практически таких в нашем районе пока нет. Это первый комплекс премиум-класса с шикарной отделкой, с отличной локацией, буквально 100 метров до моря. Здесь вы можете и постоянно проживать, и приезжать, как в отель, на отдых. И хочу вот еще отдельно вам рассказать про систему «Умный дом». Здесь у нас будет несколько опций, по-моему, застройщик сказал, около 7. 3 опции будет в подарок от застройщика, остальные 5 вы сможете заказать дополнительно. Внизу на первом этаже будет огромный сетевой магазин «Мигрос». И планируется сделать так, чтобы через эту систему вы могли спокойно заказать себе все, что продается в этом магазине. Это же здорово! Ну что, ребята, я хочу на сегодня закончить. Сегодня мы с вами посмотрели квартиру 2 плюс 1 в комплексе премиум-класса в экологически чистом районе Арпач-Бахшиш. Достойные квартиры как для отдыха, так и для постоянного проживания. Все мы знаем последние события, связанные с ужесточением получения ВНЖ. В этом комплексе можно сделать кадастровую стоимость на вот эти большие квартиры 200 тысяч. И те, кто купит данные квартиры, смогут получить ВНЖ. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Юлия, агентство недвижимости «Дом в Мерсине». Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Расскажите нам, понравилась ли вам данная квартира и этот комплекс. Для нас это очень важно. До новых встреч!